школьное сочинение на тему «Мамина внешность», от которого папа плакал. Моя мама очень красивая и стройноватая. Все говорят, что она стройная. Но на самом деле мы с папой знаем, что у мамы не такие длинные ноги, а она носит большие каблуки. Носит она их не всегда, а только на работу. Дома мама каблуки снимает из-за того, что в стопах у нее плоскостопие. Голова у нее немного больше, чем у меня, потому что она очень умная. У мамы длинные, светлые волосы. Когда светит солнце, они кажутся золотыми. Мама их часто моет специальным шампунем, чтобы они держались на голове и не вылетали. На ушах мама носит золотые сережки с камнями. На лице у мамы есть очки, серые глаза и черные ресницы, а на веках у нее голубые тени. Брови у нее бывают разные. Она их может повыдирать и покрасить в разные цвета. И нарисовать их какие угодно. Нос у мамы красивый и тонкий, с небольшим горбунком. Из-за того, что она упала в детстве с велосипеда на нос. Горбунок на носу помогает маме носить очки. Губы у нее тоже бывают разного цвета. Из-за того, что она красится разной помадой всякого цвета, постоянно. Смотря что на ней одето. Платье, если идем гулять, или домашняя одежда. Блузка с юбкой для работы. Или бабушкин ритуз, когда на даче копаем картошку. Еще у мамы на лице есть ровные, почти белые зубы. У нее очень длинная шея. На нее мама одевает толстую цепочку с дорогим камнем. Камень она носит всегда, чтобы не было видно след от операции. Она широкоплечья. Это не идет. Мама имеет красивые женские руки. На них она всегда одевает кольца и накрашенные ногти. Она их красит белым, красным или прозрачным лаком. Бабушка говорит, что у нас с мамой очень широкие кости. Из-за этого большой таз. Ноги у мамы прямые и ровные, ведь она не ломала их. Я думала, что мама могла бы стать моделью. Но она слишком низкая, из-за этого ее туда не возьмут. Мы с папой любим маму. Когда я прочитала ей это сочинение, папа плакал и просил не задавать сочинение про папу, так как он не хочет, чтобы его описывали.